Так, неделю уже живу в тибетской семье. К высоте адаптировался 3700, но дышать все равно сложно. Такой там домик маленький, там люди живут. Это какой-то общий дом. Тут столовая и хранилище. Еще один дом, там живет лама. Дом, сарай, сараем. С одной стороны. Кухня. Здесь мы завтракаем, обедаем, ужинаем, встречаемся с новыми людьми, со старыми. Сейчас обсуждаемся. Обычно гости располагаются как бы вот от алтаря, самые почетные. Ну, здесь наше место обычно. Тут местные сидят. Самодельная печка.